знаем, что Atome – это интернет-магазин. Да? Все знают, что это интернет-магазин повседневных товаров. Да? Здесь у нас есть все, чем пользуются люди каждый день. Витамины, косметика, порошки, зубные пасты, да? Пьют кофе кто-то и так далее. И самое главное, что весь ассортимент построен на стратегии must-teach, да? Которое слово образовалось от двух английских слов «mass» – массовый, и «teach» – от слова «престиж». И все это соответствует как раз-таки подходу компании – абсолютное престижное качество продукта по самой абсолютно возможной низкой цене, да? Для того, чтобы именно массы могли приобретать этот продукт. И компания существует в 26 регионах мира на данный момент. В 23 году, в этом году, открылся вот Бангладеш и Германия. Да, с Германии открылась и вся Европа. И сейчас перед нами целых 56 стран для развития нашего с вами бизнеса Atome, основанного на интернет-магазине. Компания Atome, мы также, это не секрет, что является сетевой компанией, и в рейтинге сетевых компаний прямых продаж она в 2019 году, всего лишь спустя 10 лет после своего открытия, сразу заняла 20 место. И это очень большой прорыв. А затем еще за 3 года поднялась на 10 пунктов выше, заняв 10 место. И для нас это очень большой такой горячий фактор, убедительный аргумент, когда мы ведем разговоры с любым человеком, которого рекрутируют на бизнес. Потому что компания существует всего чуть-чуть, а уже отличный результат, потому что выше находится компания, которая существует не менее лет 30. А мы уже за 15 лет достигли отличного результата. И превысило количество активных участников 15 миллионов человек. Звучит вау, как много. Но на самом деле это всего лишь 0,19% от всего населения земного шара. Да? То есть перед нами, в принципе, вообще не вспаханное поле. Поэтому мы можем работать, работать и работать. Но и 15 миллионов активных участников – это тоже классный показатель. Значит, есть 15 миллионов покупателей, которые довольны нашим продуктом и пользуются им по всему миру. И все это благодаря системе Atome, да, компания, которая создала, это и семинары, которые проводят, да, в образовательных центрах, сама компания, да, Atome Rus тоже почти каждую неделю проводит у себя в офисе. Это и образовательные центры, которые Юрий, да, рассказывал, сначала офис открывая, потом центр, и они генерируют обучающую программу. Конечно же, это и Академия Успеха, которую устраивает сама компания Atome, грандиозное мероприятие, на котором собираются абсолютно все партнеры Atome. Это и обучающий канал Че Atome, да, не все, я знаю, пользуются, но иногда полезно туда заходить. И бизнес-программа IBI и ABC пока работает только в Корее, прям вот успешно работает, растят мастеров продаж, которые впоследствии растят новых мастеров продаж, да. Дальше, перейдем к продажам Atome, да, это очень интересный показатель, многие любят смотреть на такие циферки, и как мы видим, за все года, что существует компания Atome, продажи только росли. И в 2022 году, да, оборот 2022 года составил 2 миллиарда вон, это примерно 1 миллиард 700 миллионов долларов, да, долларов на планете, чем вонов. Это очень классный показатель, и также продажи Atome в России растут с каждым годом. И несмотря на то, что в 2021 году отделился Казахстан и Киргизия, продажи российского филиала также выросли. И в 2022 году составили 4 миллиарда рублей. И это примерно 48 миллионов долларов. Это хороший показатель для компании, которая существует 4 года в России. И мы занимаем, можно поаплодировать, да, среди всех филиалов России занимает 3 место по обороту. Первое место, безусловно, оборот Кореи, второе – Китая, что, собственно, никого не удивляет. И третье место – это Россия, которая, третье-четвертое, можно сказать, потому что Малайзия идет рядом. И периодически эти филиалы друг друга догоняют. Но для нас это очень хороший, опять же, показатель, да, как работает Россия, насколько она активна, и при этом у нас в России очень мало зарегистрировано людей, а населения у нас очень много. Опять же, успех компании, он
обусловлен именно философией управления, которая идет с 2009 года и не меняется, да? А внешне же она основана на принципах выживания, скорость, баланс, но не буду подробнее на этом останавливаться, потому что это отдельная большая тема, которую можно до бесконечности развивать. Далее, секрет успеха в том, что Атоми и партнеры всегда вместе. Атоми никогда себя не отделяет от своих партнеров. Все создается для того, чтобы партнер был успешнее, потому что компания прекрасно понимает, если мы с вами успешны, соответственно, успешная компания. Она никогда не борется за получение или повышение нормы прибыли в ущерб своим партнерам. Она идет всегда на пользу именно партнерам. Да, вот такой подход компании, безусловно, приведет к тому, что Атоми в конце концов станет большой лидирующей уже мировой компанией. Хотя в Корее она уже такой является. Осталось всего лишь покорить остальную часть мира. И мы с вами, да, знаем, за что мы любим компанию, за что мы ценим, что нас зацепило, почему вот сегодня каждый из вас здесь и хочет развиваться в Атоми. Во-первых, это простота ведения бизнеса. С вас компания не берет абсолютно никаких денег. Ей ничего не нужно для того, чтобы вы начали работать или пользоваться продуктом. Ей ничего не нужно для того, чтобы вы продолжали развивать этот бизнес. Она дополнительно вас не заставляет делать оборот. Делайте его только вы сами, со своей активностью, да, и упорством. Далее она создала глобальный единый сервер, когда все страны объединены в одной точке. Мы не имеем никаких ограничений, да, вот Искра с этого места рассказывала, да, что чуть-чуть и весь мир захватит. Сколько стран, и у нас нет никаких ограничений в этом плане. Не нашли в России, все прошли миллиарды, не нашли. Пожалуйста, Европа, Америка, там вы точно найдете. И сбалансированный маркетинг-план. В том плане, что изюминка нашего маркетинга не состоит в том, чтобы какой-то там процент первых пришедших в Атоми постоянно богатели, а состоит в том, что абсолютно все, кто работает в Атоми, получали в равной степени согласно своей активности и своей работе, собственно, как и в любом другом бизнесе. И это многих вдохновляет и многих устраивает, потому что многие, когда слышат про сетевую компанию, первое возражение, что я работаю, чтобы ты стал богаче. А мы такие, нет, так не работает наша система. И в нашем маркетинге мы всегда можем обгонять даже по рангам, по развитию, по доходам даже своего вышестоящего спонсора, если мы более активны. Это очень большой плюс для предпринимательства. И такой факт, который, наверное, привел большую часть взрослого партнера, взрослой части партнеров Атоми, это факт наследования, что мы свой доход можем передать и детям, и внукам. Да? Ни один бизнес в мире настолько крепко не обеспечит доходом детей, каком бы успешным он ни был, да, какие бы миллионы не были у нас, в какой-то момент это может прекратиться. А Атоми может позволить детям получать тот доход, который вы создадите здесь и сейчас. И все это, конечно же, благодаря просто необыкновенному человеку. Это председатель наш Пак Хан Гиль. Кто не знаком, познакомьтесь. Да, он действительно в своих лекциях говорит, что неоднократно либо хотел сам найти, а он был очень успешным сетевым, да, в другой сетевой компании, как партнер. Он хотел создать именно компанию, которая вот будет справедлива во всех отношениях. Но не мог такую найти, и пришлось создать самому. Ну, так же всегда в нашей жизни. Хочешь, чтобы было хорошо, сделай сам. Вот и наш Пак Хан Гиль, он создал Атоми такой, какой видел, и такой, какая нравится она нам. И он не самый простой человек, он очень опытный человек, он очень уважаемый человек. Как мы с вами видим, он даже защитил ради Атоми докторскую степень по экономике, чтобы, ну как бы мы говорили, наш председатель, доктор экономических наук. Он даже для нас с вами защитил докторскую. Вот кто, если пробовал защищать докторскую, это вообще не очень легкое дело. Да? Вот нам не хватает здесь наших профессоров сегодняшний день, они бы подтвердили этот момент. И наш Пак Хан Гиль сейчас является 11-м президентом Ассоциации прямых продаж в Корее. То есть вот все компании прямых продаж в Корее, у них есть своя ассоциация, и Пак Хан Гиль
стал 11-м президентом. Да, именно там он выступал со своей известной речью, да, что создавал компанию Domini для того, чтобы она конкурировала с другими сетевыми компаниями, а для того, чтобы она конкурировала с другими глобальными интернет-магазинами, да, такими платформами. И также является членом совета директоров Всемирной Федерации Ассоциации прямых продаж. То есть не просто тоже член Всемирной, да, ассоциации, а входит в число совета директоров. Он неоднократно занимал, да, место на обложке таких экономических журналов, как Forbes и Fortune. Это очень тоже классно для нас с вами. Наш председатель там был, и не каждый, кто попал на эту обложку. Значит, были особенные заслуги. И неоднократно у него брали интервью такие крупнейшие телеканалы Кореи, как SBS и MTN. А в 2023 году вышел фильм, который снял SBS Biz о компании Atomy. Это не Atomy пришла «Расскажите о нас», это сам телеканал решил рассказать о таком феномене, как Atomy. Это почти часовой ролик, можно посмотреть переводы на нашем YouTube-канале, вставка рекламная. Да, на русском можно посмотреть, там где-то 45 минут, очень интересный фильм. И очень вдохновляет подходом Пак Хан Гиля к созданию рабочей атмосферы. И любой успех, он, конечно же, стоит на продукте. Наш продукт, он уникален во многом. Помимо того, что это повседневного спроса продукт по очень отличной цене, так это продукт, мы не найдем на полках других интернет-магазинов именно аналогичный, такой же классный продукт. Потому что почти 90% ассортимента Atomy производится на Colmar B&H. А Colmar B&H создан при симбиозе двух крупнейших гигантов, это Каери и Colmar Корея. Каери – это не атомная энергия Южной Кореи, а Colmar – это один из лучших заводов мира производства косметики, который ему доверяют. Кто знает, Шисейда, Шанель, Ив Сен-Лоран, Ланком, все это производит Colmar Корея. И вот такие гиганты, вот этот опыт, да, вот такие профессионалы, они работают и на Colmar B&H. Поэтому мы с вами получаем классную косметику, классные БАДы, которые, я думаю, оценили все, потому что если вот мы сами, это реклама. Как мы выглядим, мы сразу видим себя до и после встречи с Atomy. Это работа нашего продукта. И каждый продукт, помимо обязательных сертификатов, типа GMP и HACCP, получает дополнительные, если они нужны. К примеру, если нужен халяль, если нужен кошер, если нужен эко-сертификат или для косметики дерматест, то все это компания Atomy получает для того, чтобы мы с вами могли дальше уже разговаривать с некоторыми покупателями на совершенно другом уровне. И все эти сертификаты подтверждают качество нашего с вами продукта. И бестселлер компании «Химахим», с него, собственно, началась история Atomy, и она не заканчивается. Да? 8 лет подряд «Химахим» в Корее занимает первое место по продажам среди БАДов. То есть вы представляете, ну, вся Корея, считай, пользуется, да, употребляет «Химахим». И за 22 год было продано больше 1 миллиарда долларов на эту сумму «Химахим». Следующий амбассадор компании Atomy, безусловно, это Absolute Cell Active. Это косметика, да, это технология, которая, собственно, принадлежит Atomy. Вот Cell Active, это запатентовано. Был выпущен продукт в 2017 году и уже получил множество наград. Самой такой вау-награда является именно награда короля Седжонга, да, которая выдается каждый год только одной инновации. И вот наш продукт, наш Atomy Absolute Cell Active получил эту награду и стал первым продуктом, который получил эту награду в сфере косметологии. То есть раньше ни один продукт косметики даже не попадал на изучение. Наш Atomy Absolute Cell Active, он не только попал в список, да, кто мог быть лауреатом, но и стал победителем. И из-за этого, кстати говоря, многие федеральные уже каналы запускали рекламу нашего Atomy Absolute. То есть повышали узнаваемость. И, конечно же,
тоже визитная карточка Atomy – это зубная щетка. Ну-ка, поднимите руки, кто пользуется нашей зубной щеткой? Так, сейчас мы отследим, кто еще не пользуется. Заставим. И заставим, надо. Но заставлять даже не придется, она действительно очень классная. И тому доказательство ее продажи. Да? В среднем она продается почти 37 миллионов щеток в год. Считайте, что каждую секунду продается в мире одна щетка Atomy. Да? Очень классный показатель, очень любимый. И помимо тех продуктов, которые принадлежат Atomy, у нас в ассортименте есть продукты, которые не принадлежат, ну, 100% Atomy. Да? Это продукты, которые добавляются в ассортимент при помощи стратегии GSGS. Сейчас, как вы видите, да, вот это полный перечень продуктов GSGS, которые есть и включены в наш ассортимент. Благодаря этой стратегии мы с вами как раз-таки пользуемся щетками, зубными щетками из Китая. Можно попробовать масло авокадо из Мексики, перец из Камбоджи. Что мы здесь еще можем найти? Колготки, да, кофе мы с вами можем найти. И около, я, по-моему, считала, около 56 тысяч сейчас наименований товаров производится именно на других заводах, которые прошли систему качества Atomy. И в России тоже сейчас ведутся разработки продукта. Да, это будет биодобавка на основе грибочаги, которая, согласно стратегии GSGS, появится на полках интернет-магазина Atomy через какое-то время. И у меня есть очень классный слайд, очень мелкий и на английском языке. Но кому интересно, я потом скину все это в лидерскую группу, чтобы вы почитали. Это топ-5 самых продаваемых товаров в каждом регионе. Очень еще классный момент. Я, как вы поняли, очень люблю цифры. Прошлое дает о себе знать. Классный еще показатель Atomy – это ставка возврата, то есть процент возврата товаров. У Atomy это самый низкий показатель среди топ-компаний в Корее, по, ну как интернет-магазина. У нас 0,21%. Норма для интернет-магазина такая, положительная норма, 4% считается. У Atomy даже 1% нет, вы представляете? То есть люди, в принципе, очень удовлетворены продуктом, что не возвращают его. Хотя мы знаем, что возврат работает, и в Корее он намного удобнее, да, чем в России. Но тем не менее, людям все нравится, и никто не хочет возвращать продукт. И удовлетворенность еще компании подтверждает сертификат, CCM он называет, это удовлетворенность покупателей, именно покупателей, да, потребителей самой компании Atomy. И в 2019 году компания Atomy впервые получила этот сертификат. И опять же, Atomy любит быть первой во всем. Поэтому Atomy стала первой сетевой компанией, которая получила сертификат CCM. Такой сертификат имеет и Samsung, и LG. Да, то есть в целом потребители удовлетворены брендом. И здесь тоже потребители удовлетворены компанией Atomy. И мы на самом деле с вами самые лучшие потребители компании Atomy. Мы и есть те потребители, которым все нравится в Atomy. И мы с вами получаем ряд гарантий от компании, которые нерушимы уже на протяжении 15 лет. Это маркетинг-план, который кардинально не менялся. Потому что кто знает, аналогичные сетевые компании, они могут каждый год менять сумму денег. Ну, сумму выплат. Потом и сумма выплат никогда не менялась за 15 лет. Второе, все империалы получили тот самый миллион долларов, который обещал Пак Хан Ви на своем первом семинаре. Или сейчас сколько империалов, ну, которых мы знаем? 13. Да, 13. Кто-то может стать 14-м, 15-м. А вы себе запланировали номер, каким вы станете империалом? Конечно же, все выплаты компании Atomy как часы выдает своим партнерам каждый вторник и 7-22 числа. Ни разу не было такого, чтобы она сдвинула оплату, да, не считая праздничные дни в банках, когда они могут сдвигать. Но и то я замечала, что в таком случае Atomy делала выплату раньше, да, если какие-то праздники попадали. То есть это тоже, через это мы видим отношение компании к своим партнерам. И, как я сказала, мы с вами
и есть о доме, не просто так у меня презентация называлась, то, как мы с вами преподносим продукт, преподносим бизнес, как мы с вами выглядим, что мы делаем, все это и есть о доме, потому что мы с вами на самом деле о доме, а компания нам дает только инструменты для развития нашего собственного бизнеса. Поэтому я желаю всем большого успеха. И мы кто? И есть о доме!